сейчас Айдара Сыздыкова увозят, не предъявив никаких доказательств, не обыскав квартиру, они не нашли ничего, никаких обоснований, никаких оснований для задержания нет. Это мотивированные, политически мотивированные преследования, это прессинг. Вот сотрудники, они сегодня вырвали у меня телефон и только сейчас дали возможность мне снять. Вот сотрудники, понятых неизвестно каких-то нашли. Алха, Казахстан, правда на нашей стороне.